Давайте до первого. Смотрите в следующей программе. К Надежде или к уважаемой Эвелине у меня претензий нет. Нет, только у меня вот есть претензии к Ирочке Приваловой. Она забыла все, стала на лыжи и вместо мигрени получила грыжу. Хотите, я вам покажу? Я стойку на голове делаю. Я 52 года начала делать. Чтобы всю жизнь ее окружали предметы истинной красы. О. И чтобы у твоих ног лежали мужчины, шпаги и усы. И трусы. Не пропустите. Ноги гудят.